Дальнейшее развитие экономики, безусловно, взаимосвязано с сохранением природных ресурсов, правильным и прозрачным проведением политики недропользования, в том числе в горнодобывающем секторе. Для того, чтобы недра и полезные ископаемые служили интересам народа и способствовали повышению его благосостояния. Об этом председатель Кабинета министров Улукбек Марипов сказал в ходе заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в городе Минск. Глава Кабинета министров напомнил и о соглашении о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств-участников СНГ. По его словам, есть надежда, что это соглашение будет способствовать снижению уровня безработицы, обеспечению прав граждан Содружества на свободу передвижения и осуществлению благоприятной трудовой деятельности, а также решению проблем в сфере трудовой миграции. Улукбек Марипов также отметил, что схожесть взглядов стран-участниц по вопросу дальнейшего развития сотрудничества в стабилизации противоэпидемиологической ситуации в СНГ является важным фактором в поступательном развитии экономических взаимоотношений, в укреплении дружбы, добрососедства и стабильности в Содружестве. По итогам заседания принято решение о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года в городе Бишкек.